В Сеуле открыли один из высочайших небоскребов мира. В нем расположился крупнейший молл корейской столицы. Накануне у подножия башни прошло торжественное открытие. Посмотреть на целый фестиваль фейерверков собрались тысячи зрителей и туристов. Всего в здании 123 этажа, а его высота 555 метров. Строили небоскреб 6 лет. В ходе работ использовали 50 тысяч тонн стали. А это, внимание, хватило бы на 7 Эйфелевых башен.